Всем привет, ребят! Ну что, решил я потестировать, посмотреть Мэри, как она будет смотреться со скином. То есть я забрал ей скин сегодня, мы сейчас его потестируем. Заодно я и пофармлю Battle Pass, чтоб не забывать, потому что там тоже даются дополнительные скины. Так, вот такая вот у нас Мэри, уже 29-й, почти 30-й левел. Львицы докачал, поехали, откроем скин, посмотрим, может, она сейчас станет пожестче. Вот так вот теперь она выглядит, но не знаю, прикольненько смотрится. Мне даже интересно посмотреть, как будет скин смотреться. Сейчас пойдем в рейд посмотрим. Вот так вот фиолетовыми, как гарпия уже по сути. Она и так в том облике тоже, как гарпия, в принципе, кидалась. Но тут уже такой фиолетовый, более выраженный цвет. Даже розовый. Какой фиолетовый? Фиолетовый был там. У нас уже розовый цвет. Плюс 2 ляма от хил сразу же. Ну, прикольненько смотрится. Надо ей питомца поменять для того, чтобы больше было уклонения, потому что здесь пад просто чисто с разными сборками, но не полный уклон собран. Так, должны они ее сейчас завалить, по идее. Попник по нулям получается выживанием, скорее всего. Ну, видите, она не атакующей сборки, она не пробивает так, как должна. Ну, там выживание, скорее всего, стоит, потому что нули. Она его однозначно не пробьет соло. Так, давайте поставим сову сюда. Давайте сравним предыдущий скин. Классика. Давайте пойдем на экспедицию там. Там более удобно будет смотреть. Так, экспедиция. Так, сейчас она у нас без скина. Ну, не знаю, в новом облике как-то она более веселая, нежели тут. Фиолетовым, таким мрачненько как-то. Такое, в общем, поехали один. Скин обратно. Я не знаю, что вторым талантом буду ставить. Возможно, попробую что-то интересное, универсальное. Так. Но пока я не определился. Можно будет и баст попробовать посмотреть. Так, нет у нас для прокачек. Я зашел. Плюс 800 дополнительной атаки дает. Ну, такая она уже как королева какая-то на троне. Так, экспедиция. Поехали. Видите, у героя проблема со станом, даже с уклонением топовым ее все равно станет довольно-таки прилично. Ну, не знаю, такое, знаете, чтобы что-то особенного. Единственное, что статы дополнительно, вот это да, но до 20 левела теперь ее качать, это
минимум месяц надо будет. Они сейчас пока только начали скины раздавать. Как минимум месяц придется, чтобы ее на максималку вывести. Ждать. Я попробовал в атакующей сборке, конечно, она дамажит круто, но явный вариант более универсальный. Но на атаке фортов такая вот сборка, блин, себя показывала очень круто. Прошлая атака фортов реально тащила. Видите, здесь дамага у нас вообще нет. То есть она у нас собрана чисто под дафный вариант. Ну, чтобы ушатать Фрейю, ей атаки хватает. Например, если против Зефира огня, которые себя еще подхиливают, то, конечно, более проблем. Но опять же, все зависит от того, от точности, еще надо точность и прочая хрень, потому что без этого вы ничего не сделаете. Так, что я сюда побежал? Показал вам. Поехали здесь мучиться. Здесь поинтереснее будет. Видите, стан получили. Ну, а тут дальше, в принципе, она начинает раздавать. Так, а ну-ка, Фрейка. Все, Фрейя улетела. Остался только Ронин. Ладно, не будем заморачиваться. Ну, давайте сейчас попробуем сборку сделаем. Я сделаю грубую силу. Плюс пакт. Это будет интересно посмотреть. Так. Ну, пакт я девятку качну, я не буду максималку качать. Потом, если понравится. Так, и... у меня грубых сил нету девятых. Тоже ли? Мы мучаемся. Кстати, дали тоже неплохую эмблемку. Такс. Интересно просто посмотреть, как она будет сейчас раздавать. Так, ну тут у нас уклонение, в принципе, оно такое. Здесь у нас у питомца получше статы будут. Здесь атака, уклонение, крит-резист и точность. Точность, конечно, бешеная. Такой точности уже явно никто не уклонится. Это только одна стата, ребят. Атакующая сборка, не знаю, к чему она приведет. Вот и все. Вот вам, ребят, атакующая максимальная сборка. Просто тупо ушаталась. Жесть, конечно.
Ну, видите, смотр пробивает, хочешь не хочешь, он пробивает, дальше хоть она и включается, но все равно она боится и станет бесполезная сборка. Поэтому на атаку ее собирать, ну не знаю, смысла я пока не вижу. Даже с максимальными уклонами все равно по ней дамажит. Ну и она тоже в принципе в такой сборке дамажит. Против стрелка ничего не может сделать, это просто жесть. Красиво, конечно, она зашла по дамагу. Но я не знаю, любая отражалка, она просто убьется. Без ПДшки. Возможно, даже ПДшку в такой сборке лучше качать. Конечно, она выдает, но видите, слилась просто налегке. Минотавр еще и миссанул. Ой, жесть. Такой вот, ребятушки, скин от IGG. Смотрите, просто не стало. Другие герои то лучше живут, чем она. Хотя вроде казалось, у нее не в яс, но видите, она сливается очень быстро. Чем мы там не выполнили еще что-то одно. Видите, проблема, я не могу все задания тоже выполнять. Потому что у меня либо full алтарь, либо у меня то не прокачано, я не качаю там КБшку, из-за этого тоже не могу. Тут, конечно, Зефира она так нормально пробила. Но опять же, видите, один раз пробила, но второй раз слилась полностью. Вот так вот. Непонятно. В общем, на домах, ну, она вообще, ну, не нравится мне. Сборка такая. Вот такие вот, ребятушки, дела, этого я не смогу. Стрела вала сделали. Так, 25-й, блин, нереально что-то, я не успеваю. Не знаю. Короче, жесть полная. В общем, пишите комменты, ставьте лайки. Не знаю, такой вот герой непонятный, вроде мега-супер донатный, но атакующей сборки вообще никакой, в принципе, как и многие герои. Все, всем удачи, всем пока.